Земля, о которой мы хотим рассказать, находится на северо-западе России. Край лесов, десятков больших и малых рек, сотен озер. Самое большое из них – Селигер. В далекие времена через Селигер пролегал знаменитый путь из варяг в греки, по которому проходили новгородские, византийские, скандинавские караваны. Здесь берет свое начало великая русская река Волга. Она течет мимо городов и сел, заводов и полей, от ее истоков до устья 4000 километров. Главной водной улицей России назвали ее в народе. Эта земля новгородская, псковская, тверская сыграла историческую роль в становлении и укреплении средневекового русского государства, в формировании русской национальной культуры. Здесь впервые на Руси возникло летописание. Тысячу лет назад на этой земле уже стояли города. Новгород упоминается в летописи под 859 годом. Сегодня это крупный промышленный и культурный центр Российской Федерации. Каждый город здесь – страница русской истории. Город Калинин, бывшая Тверь. Отсюда 500 лет назад отправился искать далекую Индию русский путешественник Афанасий Никитин. Он стал первым европейцем, который увидел легендарную страну. Двести семьдесят лет назад Петр I заложил на этой земле новый город, который вскоре стал одним из красивейших городов мира. Ленинград. Здесь под руководством Владимира Ильича Ленина свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Здесь исторический выстрел «Авроры» положил начало гигантским преобразованиям отсталой в то время страны. Обжитая издавна земля давала людям кров, кормила их. Веками крестьянин в одиночку обрабатывал трудную землю, один на один боролся с суровым климатом. Долгие зимы, частые дожди летом и осенью, болотистая, неплодородная почва, одним словом, не черноземье. Посеял, а пожнешь ли? За последние годы немало сделано для повышения плодородия этих земель. 52 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий должны стать плодородными, давать устойчивые урожаи. Мелиорация – ключ к успехам. Но это не все. Союз мелиорации и химизации, применение разнообразной техники,
Вот что позволит поставить сельское хозяйство Нечерноземья на индустриальную основу. Путь концентрации, механизации села выверен и испытан. Уже сегодня здесь действуют десятки животноводческих ферм и агрокомплексов. Новое приживается быстро, становится привычным. Лен. В этом краю находится четвертая часть всех его посевов в Советском Союзе. Веками лен, который называют северным шелком, убирали вручную. Увеличение посевных площадей, повышение урожайности льна потребовали механизации трудоемких процессов. Сотрудники единственного в мире научно-исследовательского института льна, расположенного в старинном русском городе Торжке, занимаются выведением новых сортов этой северной культуры и созданием машин, способных облегчить тяжелый труд льноводов. В разработке машин вместе с научными работниками непосредственное участие принимают и механизаторы-льноводы. Один из них – Евгений Яковлев, звеневой механизированного звена опытно-производственного хозяйства института. Несколько лет назад Яковлев получил по 9,5 центнеров волокна с каждого из 200 гектаров, закрепленных за его звеном. По тому времени это был высокий показатель. Евгению Яковлеву было присвоено звание Героя социалистического труда. А сейчас и Яковлев, и его товарищи, и многие другие льноводы получают еще больший урожай. Техническое совершенствование, индустриализация сельскохозяйственного производства вызвали к жизни коренное переустройство деревни. Природа – родина всех талантов. Издавна славился этот край народными мастерами. Социалистическому государству важно не только экономически преобразовать древнюю землю, но и сохранить традиции народной культуры. Знаменитая новгородская крестьянская строчка из льна. Ее плели еще в 13 веке во времена князя Александра Невского. Из поколения в поколение передают торжокские золотошвеи секрет мастерства. Ни одна машина не может заменить искусных рук человека. Темы глубокой старины и современные сюжеты. Девчата.
Раскаленные капли начинается знаменитое стекло мастеров из Вышнего Волочка. Четверти века трудится на заводе «Красный май» стеклодув Вячеслав Шарматов. Смелостью фантазии привлекают его работы. В них опыт неизвестного мастера давних времен и новые творческие идеи, рожденные в наши дни. Время сберегло эти старинные народные промыслы. Хотя крестьянская земля северо-запада России давно стала промышленным, индустриальным районом огромной страны. Здесь созданы и развиваются важнейшие отрасли современной индустрии: металлургия, химия, машиностроение. С маркой «Сделано в Калинине» работают в 60 странах мира. Миллион книг, которые ежедневно выпускает для детей Калининский полиграфический комбинат, заставляют вспомнить о другой цифре. В этом же городе, бывшей Твери, до революции была лишь одна библиотека. Развитие края немыслимо без мощной энергетической базы. Многим заводам и фабрикам уже дает энергию Ленинградская атомная электростанция. В скором времени такая же станция вступит в строй и под Калининым. Это значит, что будет дан толчок развитию новых отраслей промышленности, дальнейшему укреплению сельского хозяйства северо-запада России. Энергичное развитие промышленности создало новые проблемы. Как совместить химическое и металлургическое производство с чистым воздухом, голубой водой рек и озер, полным жизни лесом? В нашей стране приняты законы об охране природы. Ни одно промышленное предприятие не свободно от обязанностей сохранять окружающую его среду.
Особое внимание уделяется чистоте Селигера, самого большого озера среднерусской возвышенности. Сегодня Селигер – любимое место отдыха. Здесь привлекательна не только природа, но и своеобразная деревянная архитектура. До сих пор сильны традиции знаменитых селигерских плотников прошлых веков. Оберегая природу и реставрируя памятники старины, мы думаем не только о сегодняшнем дне. 11 веков стоит на земле древний Новгород. А 3 десятилетия назад в годы Второй мировой войны фашисты сожгли в городе все дома, разрушили бесценные памятники культуры. После освобождения города решением советского правительства Новгород был включен в число 15 древнерусских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Люди жили в землянках и восстанавливали памятники древнерусского зодчества. Уже в первые дни советской власти был принят закон об охране памятников национальной культуры. Он осуществляется и сегодня. Потомкам о русских мастерах, о высоком уровне культуры и искусства предков. Вместе с памятниками материальной культуры мы получили огромное духовное наследие, неразрывно связанное с землей северо-западной. Мы назовем всего лишь два имени – Пушкин и Чайковский, поэт и композитор, национальная гордость России. Здесь, в бывшем царском селе, в Лицее, прошли юношеские годы Пушкина. Эти места в Псковской области неразрывно связаны с его творчеством. Здесь Пушкин написал более 100 своих произведений.
где бы ни жил Петр Ильич Чайковский, он постоянно приезжал сюда, в эти края. Многие известные произведения были созданы на этой земле в Клину. На южной границе северо-западных земель стоит Москва, столица СССР, сердце России. Москва – один из крупнейших городов современного мира. В ее облике многовековая история России соединяется с динамизмом и энергией сегодняшнего дня.